Хай-хай, с вами Стив Про, и сегодня вашему вниманию я хочу представить обновление в Майнкрафта Pocket Edition 1.1 Build 6. Вот и вышла шестая тестовая версия Майнкрафта Pocket Edition, которая исправила различные баги. Также добавила довольно новую прикольную функцию в игру, а именно новые толстенькие облака. Мне кажется, разработчики просто хотели добавить новый вид облаков, но вместо этого они добавили им толщину. Выглядит довольно забавно, но мне кажется, это является все же недочетом, чем нововведением. И в скором времени компания Mojang, надеюсь, все это подправит и исправит. Следующим багафиксом это было исправление бага. При посадке персонажа на лошади зомби не мог нанести вам определенный урон. Он просто ходил или бродил рядом с вами. А это был жуткий дисбаланс между мобами и персонажами. Был исправлен баг с эндерменом. С невидимым эндерменом, который лежал в руках блоки. Также была исправлена загрузка текстур паков с магазина. Был исправлен вход в Xbox Live. Теперь все должно работать стабильно. Это и правда сильно радует. Был исправлен баг с частицами дыма и воды, которые быстро-быстро исчезали или просто быстро появлялись. Это довольно сильно надоедало, но немногие игроки это заметили, так как исправления довольно мелкие. Да, друзья, это все, что разработчики исправили в данном обновлении. Показывать больше нечего. Остается вам только скачать, точнее перейти в описание и скачать новую версию. Ну а я вам желаю удачи при игре в новую версию Майнкрафта. Ладно, друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видеоролике. До скорых встреч!